Ну, есть 600 Мерседес, конечно, есть и нищие, все это нормально, но для нормального человека нормальная жизнь. Для нормального человека есть нормальная жизнь. Что ты понимаешь по словам нормальный человек? А что вы понимаете по словам нормальная жизнь? Ну, врачом, инженером. Да, врачом-инженером. А сколько сейчас врачам платят? Вопрос, да? Интересный. Врачам сейчас ничего не платят, да? У нас была раньше платная там, неплатная. В общем-то, суть не в этом. Суть в том, как мы сейчас живем и как кто что может прокормить кого, чего. Вот можно вопрос нестандартный? Вы в галстуке кем вы работаете? Я режиссер. Я вас понимаю. А где, как, что? Российское телевидение, да? РТР, да? Насколько я понимаю. Грамотный РТР. Ну тебе стало лучше жить? Мне? Да, в общем-то, я работаю, да, вот ботинки, покажите, ботинки, можно ботинки? А, в пыли, да? Я работаю, мне нормально жить. Я зарабатываю свои деньги. Медикей, торговый представитель. Вот скажи, вот я давно не был в Москве, положим, да? Я его посмотрел, так сейчас вся Москва торгует. Ты не смущаешь, что вся Москва торгует, но никто ничего не производит? А вы что кушаете? Я кушаю импортные продукты. Понятно, импортные продукты. Вам нравятся импортные продукты? Ну да. Вы можете их сравнить, скажем, а что вы кушаете? Нет, что вы импортное покупаете? Ну все, что есть. Все, что есть. А что есть? Все есть. А что есть? Нет, все это не... Ну все, что хочешь. А что хочешь? Ты что, меня что, интервьюешь, ну... или я тебя? А вот вы, давайте разберемся, я вас или... Что вы хотите вообще на самом деле? Я хочу понять, для твоей мамы стало лучше? Для моей мамы, для меня. Для твоей мамы. Для моей мамы. Да моя мама, в общем-то, как бы ничем не нуждается. Я стараюсь, по крайней мере. Руки есть, ноги есть, голова есть. А тем работаем, да? Ты за кого голосовал? Мама хочет. Нет, у нас демократическое общество, да? Как я понимаю. Что такое демократия с вашей стороны? Ну что такое демократия? Кого-то голосовал. Что же у вас? Не, у нас демократическое общество. Выборы, блин, закрытые. Вы за кого голосовали? Вы ответите? Я за ЕС. А, прекрасно, я вас понимаю. Демократ, что хотите, то и говорите, да? То есть демократия тут делать то, что хочешь, да? Или как? Анархия. Еще раз, пожалуйста. Анархия, делать то, что хочешь. Нет, почему? Совсем нет. Анархия-то без власти. Власть есть. Ну что такое демократия? Объясни мне, пожалуйста.